Друзья мои, всем привет! Пришло время высадить георгины, ну или как их еще называют, далию, в открытый грунт. Я подготовил грядку, и в этом видео я вам хочу показать и ответить на вопрос, который мне часто задают по выращиванию георгин, точнее по размножению их черенками. Вот что же получается с корнями, от которых мы берем черенки? Вот смотрите, вот такая вот получилась рассадка. Это рассады георгин, выращенных черенками. Здесь 29 штук. Можно было и больше сделать. И вот я вам показываю исходные материнские растения, от которых были взяты черенки. Вот одно растение. Вот видите, оно вполне хорошо развито, несмотря на то, что с него было взято порядка 15 черенков. Можно было и больше взять. Оно не ослабленное, оно не погибшее, то есть я его буду сейчас высаживать. Единственное, что я на нем оставлю всего 3 стебля, остальные лишние я удалю, чтобы растение было достаточно сильным. И вот второе растение сорта Flashback. Оно вот так выглядит, очень красивые у него с бронзовым отливом листья, темные побеги, и очень красиво оно цветет. О нем у меня есть отдельное видео. Так же, как и об этом сорте, это сорт Далия 70, о нем у меня тоже есть отдельное видео, как он выглядит при цветении. Как вырастить такую рассаду георгин черенками, как их черенковать, у меня есть отдельные подробные видео. Если вам интересно, можете их посмотреть. Будет в конце данного видео приложена ссылочка. Посмотрите в описании. Тоже будет ссылка, как выращивать георгин. Есть плейлист. У меня вся подробнейшая информация о выращивании георгин есть. Все видео практически от и до, от посадки до выкопки корней по георгинам все есть. Так же, как ухаживать за ними в летний период, тоже вся информация есть. Ну вот посмотрите тоже, как выглядит растение, с которого взята большая часть черенков, порядка более 20 штук. Можно было с него и больше взять. Ну вот здесь тоже много еще поросли. Я здесь в этом растении оставлю 3, ну максимум 4 сильных стебля, самых сильных выберу. И буду их формировать в 3, ну может быть 4 стебля это растение, потому что оно более сильное, более мощное, в отличие от этого. Вот так вот выглядят материнские растения, с которых берутся черенки для размножения. С каждого такого растения, в принципе, можно спокойно получить до 50 штук черенков, если вы знаете технологию и агротехнику выращивания. А узнать ее можете вы на моем канале, посмотрев мои видео о выращивании георгин. Если у вас возникли какие-либо вопросы после просмотра данного видеоролика, вы можете задать их в комментариях. Также в комментариях вы можете поделиться вашим опытом выращивания георгин в ваших условиях. Будет всем интересно. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем хорошего, до новых встреч. Пока-пока.